Всем привет! У нас поздний вечер, наверное, уже почти ночь. Девчонки маленькие спят, Снежка с Васей. Вот только он не спит. Да. Егора колбасит у нас опять. Ему хочется посмотреть, как тут его жук поживает. В общем, вот у меня. Я у Леры отобрала стол и делаю ему маску жука. Егор Сергеевич, быстро в постель. Я сейчас все брошу и пойду спать. Я хочу посмотреть. Нет, ты посмотришь завтра. Завтра. В общем, из фетра. Вот а, Леру. Леру сейчас покажу. Лер, где-то у меня. Вот, Лерочка, милая моя девочка, сидит за маленькой партой. Что делать? Я за той партой не смогу сидеть. В общем, вот, делается жук. Для Егора Сергеевича. Какое счастье, что есть интернет. Зачем? Я там нашла маску жука, распечатала ее, обвела по фетру, вырезала и теперь собираю вот запчасти. Резиночку еще приделаю и будет он у меня настоящим жуком. А какие глаза будут? Глаза будут? Вон мелкие. Вот лежат глаза. Ой, какие. Да. А это что, не глаза? Это твои глаза будут. Ты будешь смотреть в эти глазки. А там глаза у жука. Если есть почему у него глаза, красный, конечно. Глаз? Какой красный глаз? Просто лежит на красном. Давай спать ложись. Красиво. Все, давай, бегом, бегом, бегом спать. Только один я не сплю. Вот, только один он не спит. Ты же мне обещал, иди ложись. Вот так. Я не знаю, как он сегодня будет спать. Он опять не справляется с эмоциями у нас. Ему очень интересно. Так, ладно, все. Надо идти его укладывать. Все-таки бросать этого жука. Еще одно включение. Ночное. Хочу показать. Такая маска получилась. Вот. Вот такой жук. Это фетр. Два сложения ленточки. 3 миллиметра. И это простая резиночка такая, брючная. Вот еще в пояс ее вставляют. Ну, также пуговку я сделала сзади на пуговке в прорамочку. Отрегулируется по размеру головы. А еще хочу показать свой секретный процесс. Я его вяжу по ночам, что Василиса не видела. В общем, вот запчасти от него лежат. Это будет зайчик в юбочке в розовой. У меня у Василисы день рождения в понедельник. В общем, мне к понедельнику нужно доделать. Ну, тут почти все уже. Единственное, что я не могу по вечерам, она же видит. И вот когда мы вязали с Лерой, Лера тоже там что-то вяжет, какую-то тоже зайчика. В общем, вот что мы обнаружили. Представляете, вот я продаю пряжу. Ну, я, конечно, подозревала, что у некоторой пряжи есть такое. Вот у той, которая за петельки вяжется. А вот у Гималайи, я не думала, что такое, но тоже есть. Вот смотрите, вот это вот Гималайи Dolphin Baby с изнанки. Вот. Правда, здесь по-русски нет. Вот сейчас покажу. Вот. С изнанки есть инструкция, как вязать. Я так понимаю, плед. Ну, надо переводчик. Есть фотопереводчик. Надо попробовать посмотреть, что здесь. Лера, ты не переводила, не смотрела, что это такое. Но судя по тому, что рядов не очень много, то это плед. Потому что и на картинке вот он там тоже плед нарисован. Так что вот, нужно выворачивать этикетки. И там есть ценная информация, оказывается.
Ну, все на сегодня. Всем хорошего настроения весеннего. У меня у ребенка 7 лет будет. И вот у нее тоже, наверное, настроение будет отличное. Она уже сейчас ждет подарки. Всем всего доброго и хорошего. До свидания.